Инвестиции в спорт – это деньги, вложенные в будущее. Посмотреть, каким его делают ивановские чиновники, решил министр спорта России Виталий Мутко. В течение дня он объехал несколько спортивных объектов. Здесь, на стадионе «Локомотив», министр осмотрел строительство закрытого манежа для учебно-тренировочных занятий футболом в любое время года. Общая стоимость проекта – 106 миллионов рублей. Виталия Мутко размер стройки приятно удивил. Затем столичный гость осмотрел футбольное поле под открытым небом. Дам субсидию вам эту машину. И купите чесательную машину. Нам как раз потому что она ложится трава, ее все время нужно чесать. Посмотрел Виталий Мутко на тренировку местной команды по футболу, выразив надежду, что кто-то из этих ребят в ближайшем будущем непременно войдет в сборную страны. Сколько раз в неделю вы работаете? Каждый. Каждый? Шесть. Бывает выходной. Бывает выходной. Привет. Ну, по-взрослому, серьезно. Да, да. За вами команда основная смотрит? Да, конечно. Создание подобной площадки – большая ответственность для местных властей. Сюда нужно постоянно вкладывать силы и средства, отметил министр. На стадионе «Локомотив» появится полноценная футбольная школа, круглогодичная возможность занятий. И сейчас там уже 500 детей. Это очень важно. 500 детей, детишек, которые работают и живут, и учатся в школах. Я помню, когда 6 лет назад Виталий Ильич приехал первый раз, мы только взяли «Локомотив», стадион, в областной бюджет, взяли на свое содержание. В настоящий момент это по существу академия футбола, которая будет в дальнейшем развиваться. И еще, что очень важно для нас, мы все это делаем в те сроки, которые нам устанавливают. У жителей Шуи сегодня настоящий праздник. На стадионе «Спартак» завершены работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля. Право первого удара предоставили Виталию Мутко. Министр моментально забил гол. Вслед за ним пробил 11-метровый и губернатор региона. Я думаю, что это газон где-нибудь 2+. Думаю, что он, можно сертификат выдавать, качество хорошее. Надо, конечно, чесать его почаще, как англичане стригут, а нам чесать его нужно. Тренироваться здесь будут ребята из местных спортивных школ. Воспитывает из них будущих звезд мирового футбола хороший учитель, тренер из Италии. Я парляку итальяно? Си, черта. Ты крашен? Чуть-чуть. It's very good team. Very good. Really very good team. Виталий Мутко развитием ивановского спорта остался доволен. Пообещал крупные инвестиции в площадки для тренировки легкоатлетов. Точку спортивного роста он заметил в Кинешме, выделив блестящие победы Сергея Мудрова на международных соревнованиях. В город на Волге запланирован следующий визит министра. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.